Так, продолжаем проходить Unreal. В прошлой серии меня убили в этих там в тюрьмах внизу. Вот. И в этот раз я чуть-чуть получше до туда дошел. Вот. И спас вот этого товарища. И он, собственно говоря, меня отвел вот на эту. Как это называется, лифт или что это там такое, в общем, в итоге привез вот сюда. Тут ничего особенного, в принципе, нету. Я думал, здесь хоть что-то будет по оружию, а тут нифига, здесь, в принципе, только лечилки. Вот семечко валялось, и все. Больше ничего. Так что, я не знаю, может, он просто меня хотел спасти, может, еще что-то, но... Еще толку от этого места мне особо... Толку, в общем, мало с этого места. Возвращаемся обратно в эти тюрьмы. По крайней мере, мы сюда приехали. Теперь у нас работает вот эта херня. Наверняка с этой воды есть где-то подъем. По крайней мере, мы посмотрели, что там у нас. Так. Теперь знаем, что там ничего особенного. Так, где у нас дверь? Возвращаемся в тюрьму. Там я уже всех выпустил. Как же я по возможности грохнул. Это все посмотрел. В общем, у нас дорог туда дальше идет. Я думаю, сходить мне за заначкой, которая там у нас. Черт его знает, что нас там дальше ждать, да? Пойдемте-ка сходим. Потому что, в принципе, один черт. Может получиться так, что мы уже больше и не вернемся. Что у нас тут было написано? А, все понятно, да. Просто здесь пишется, как раз-таки, про крылатого демона. Есть подозрение, что это типа босс. А на босс нам как раз пригодились бы. Так, мне бы еще вспомнить, где у нас находится. Где-то ну, заодно и пособираем патроны оставшиеся. Где-то так, ну это мы сюда пришли опять, это мне сюда не нужно. Вот к той башне, где-то вот возле той башни. Пойдем, пожалуй, возьмем. Так. Заодно пособираем патроны. Так, мне туда наверх сейчас. Как мне к этой башне-то попасть? По-моему, сюда. Да, вот сюда. Точно. И вот мы пришли к этой башне. У нас тоже полно лечилок. И вот тут-то у нас и заначка.
Все. Так. Возвращаемся обратно. Жалко, что бронь здесь не валяется нигде. Мне бы сейчас бронь, вообще было бы замечательно. Возвращаемся к нашим тюрьмам. Так, значит, надо будет сохраниться еще здесь. Все, у нас выхода. Логово Дим. А, ну, в принципе, хорошо, что я сходил туда. Так, сохранились. Демона. Ну и где у нас этот демон? А, вот он. Что у нас? Как говорят, модификация Скарджа новая. Мне уже снял. Говно исчезло. Так, в лаву, наверное, лучше не прыгать. Пожалуй, наверное, подлечусь. Я обратно могу выйти? А, нет, все, да, точно, я же обратно не могу выйти. Давай. Я так и не понял, он вообще умер или что он? Или он просто исчез и ушел? Такое подозрение, что он просто убежал. Тут посмотался. Я, наверное,
пожалуй, еще раз подлечусь. Да твою мать! А-а-а-а. Вот там осталось. Давай, расти, 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 расти. Расти, расти, мое здоровье. Запас у нас, я смотрю, так средненько все. Вообще надо, пожалуй, наверное. Себе. Да твою мать, я хотел другую сделать. У меня флешки есть. Ой, это такое отвратное место. Это охереть. Здесь мало того, что темно, еще и... Понеслась. Да, 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 да. Вот такое место. Бесит ты стену, ни хрена не видно. Вон там. Твою, блин. Так. Сейчас уже получше, по крайней мере, я хоть здесь взял все, что мне нужно. Напряжное место, напряжное. Прыгай. Это мы включили свет здесь. Да еще. Че я там в темноте воевал тогда? Совсем понятно. Ладно, погнали. Не знаю, чем мне это поможет. Чем-то поможет. Хорошо. Лайк — это всегда хорошо. Поехали.
это следующая партия. Нужно прорваться наверх. Да блин, я застрял. Просто бесит такие моменты, когда застреваешь хоть в углу, блин, и все. Стрянешь и какая-то херня. Долбанный скач. Так, ладно, что у нас тут есть хорошего? Корабль. Это корабль Скарджи. Портальные ворота. Соединение установлено, можем войти на корабль. Что тебя пугать-то? Начинается. Так. Как-то вот так. Так, нам куда вообще? Так, это у нас что? А, это понятно. Нам куда-то туда получается, да? Да, куда-то туда.